бросаю спиной к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем, а для чего так тоже разберет. Кто за мной, с кем идти, так Борисов, так Леонов, а еще этот тип из второго батальона. Мы ползем к ромашкам, припадая, ну-ка, старшина, не отставай. Ведь напротив, в оперении края, наш пилотовый хрень и край. Кто со мной, с кем идти, так Борисов, так Леонов, а еще этот тип из второго батальона. Ролот угрызли без опаски, ночь темно и не видать низки. С той целью защитить мозги. Кто со мной, с кем идти, так Борисов, так Леонов, а еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом, в шесть они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо, с Богом потихонечку начнем. С кем обратно идти? Так, Борисов, где Леонов? Эй, ты жив! Эй, ты тип из второго района! Пулю для себя не оставляю, зод накрытый, рассекречен дот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем другой раз идти? Где Борисов, где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем, в этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем в другой раз идти, где Борисов, где Леонов? И парнишка затих из второго батальона. Что, друзья, вот мы пришли к фонтану, а он не готов. Старый поломали осенью и до сих пор стоит брошенный. В гостях у бабушки. Что за причина? В интернете не видел причину недоделки. В мае такой же стоял. Что, деньги закончились? Или украли что-нибудь опять? Да.
А надежда была. Надеялись, что фонтан на месте старого появится. Но пока не появился. Будем смотреть, ждать еще. Что за причина? Ну, вот такая обстановка в Центральном парке 16 июля. До новых встреч из Ставрополя, друзья!